20 июля 2021 года в 2 часа 30 минут ночного времени в городе Черняховске нес службу по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения экипаж ДПС отделения ГИБДД МО МВД России Черняховский на патрульном автомобиле. В это время инспекторами в районе дома номер 1 по улице Центральная города Черняховска был замечен автомобиль марки «Фиат». Далее, путем подачи звукового и светового сигнала через СГУ патрульного автомобиля было озвучено требование об остановке данного транспортного средства, после чего водитель этого автомобиля проигнорировал требование об остановке и начал набирать скорость, двигаясь при этом в сторону поселка Большакова по автомобильной дороге Большаково-Черняховск. Началось преследование. Водитель игнорировал неоднократные требования об остановке, а также увеличивал скорость, осуществляя при этом маневры, которые создавали аварийную ситуацию. Сотрудниками ГИБДД было применено табельное огнестрельное оружие, в результате чего транспортное средство было остановлено путем его повреждения. Водитель был задержан. Им оказался ранее судимый житель города Черняховска 1983 года рождения с признаками алкогольного опьянения.